Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Кто еще не знает, меня зовут Юля. В этом видео я хотела бы с вами поделиться своими покупками с AliExpress. Первое, что я вам покажу, будет синий рюкзак с вот такими вот интересными узорами и с вот такой вот коричневой эмблемкой. Кстати, модная эмблемка, не помню какого бренда. Вот такие вот здесь идут тоже ручки с узором. Сам рюкзак очень удобный. Здесь вот есть кармашек, есть большое отделение. В принципе, удобный рюкзак, особенно когда я хожу куда-то гулять или, например, фотосессию сделать. Сюда помещается фотик, штатив, еще какие-то там мои всякие разные безделушки. Так что, в принципе, удобный. Путешествовать с ним тоже удобно, если нужно брать немножко вещей. Минус в том, что он уже начал выстирываться, хотя ему не так много времени в носке. И немножко вот здесь вот полинял синий цвет. Так что я довольна этой покупочкой. Все ссылки оставлю внизу под видео, которые я смогу найти. Следующая моя покупка — это вот такая вот расчесочка. Называется она Tangle Teaser. Ну, конечно же, это реплика. Купила его вообще дешево, около доллара или доллар с копейками. Но она мне прослужила, в принципе, долго уже, и на нее нет никаких нареканий. Хорошо чистится, моется. В первую очередь хорошо расчесывает волосы, не запутывает их. Очень довольна этой вещью, тоже советую. Следующая покупочка — это часы мятного цвета. Купила их очень давно, уже, наверное, года два. Но они хорошего качества, хорошо носятся, хорошо выглядят на руке, очень удобные. Следующая покупка — это такой чехол. Очень такой веселенький, игривый, очень поднимает настроение, тоже качество хорошее, стоит копейки, не замазывается, не стирается, хорошо выглядит и приносит настроение. Следующая покупка моя самая любимая, такие вот 4 кисточки, они мне очень нравятся, у них отличное качество. Они суперские, я, кстати, их показывала в своем видео, я не помню, наверное, покупки. Я оставлю ссылку вверху на это видео, посмотрите, я там про них рассказываю. Они мне очень нравятся, очень довольна ими. Следующая покупочка — это тушь. Я услышала об этой туши на YouTube, тоже все прожужжали уши, что очень классная тушь. И стоит копейки, я решила ее попробовать, заказала. Она очень интересная. Запах у нее, конечно, жестокий, такой, даже не знаю, наверное, какой-то резины. Но, в принципе, я понимаю почему, потому что вот действие этой туши очень интересное. Когда наносишь эту тушь на ресницы, нужно немножко подержать и потом оттягивать. И эта тушь как будто бы как смола какая-то прилипает, и так вот можно ее наслаивать, чтобы сделать более длинные ресницы. Тушь понравилась, она хорошо держится на глазах, не осыпается. У меня нету на нее никакой аллергии. Очень хорошая тушь, мне понравилась. Интересный у нее вот этот вот эффект смолы. В принципе, оригинальная тушь. И за такие смешные деньги можно заказать и попробовать. Еще одна моя косметическая покупочка — это очень классная помада винного оттенка. Она мне очень нравится. Особенно я люблю ею пользоваться осенью и зимой. У нее очень красивый оттеночек. Очень хорошая губная помада. Хорошо наносится, хорошо держится, очень долго. Остается, если она немножко начинает стираться, остается надолго пигмент. Ну, очень классный, сочный цвет. Я очень довольна этой помадкой. И теперь я хочу поделиться своими покупками бижутерии. И первое, что я вам покажу,
будет такой вот чокер, очень классный, мне он очень понравился, здесь такая бархатная ленточка и вот такое вот красивое дерево. Оно мне очень понравилось, я его постоянно носила летом и продолжу носить осенью. Очень удобный чокер, тоже стоит копейки, классная вещь, не вижу смысла покупать чокеры за 300-500 гривен, если их можно заказать на Али, они хорошего качества, носятся в принципе долго и выглядят шикарно. Следующее, что я вам покажу, это будут сережки. С первых я начну, это те, которые на мне. Мне они понравились, они выглядят в принципе нежненько, тоже подойдут подо все, под любой стиль. Они пришли вместе с вот такими вот сережечками, тоже очень классные, вот эти вот камни хорошо переливаются, красиво выглядят на ушке. Еще есть вот такие вот сережечки с камушком большим и несколько камушков вверху. Очень классные сережки, носила их постоянно, каждый день. И не хотела менять на другие, они мне очень нравятся, выглядят просто шикарно. Даже можно сказать издалека, что это из серебра. И мне, кстати, несколько человек так и говорили, они думали, что это сережки из серебра. Ну вот и подошло мое видео к концу. Надеюсь, что вам понравилось видео такого формата. Если понравилось, то обязательно оставляйте комментарии внизу, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Всем пока!